Когда заканчивается курс, все участники становятся друзьями и пересекаются и за пределами комнаты, где происходили занятия. И, кстати говоря, это перерастает в совершенно незабываемые встречи, потому что люди приходят как родные и приносят какой-то новый опыт. Они делятся тем, что они уже после семинара приобрели в своей жизни. Это чрезвычайно интересно. Безусловно, все, что получено на семинаре, теперь волей или неволей будет применяться на практике. То есть то, как называется семинар, да, жизнь только начинается, человек будет ощущать теперь каждый день. Потому что каждый день он будет опираться на свой предыдущий день, на предыдущий опыт, на новый опыт, на тот опыт, который он получил на семинаре, на опыт себя нового. И поэтому так семинар называется, жизнь только начинается, и так и будет. Я чрезвычайно довольна, я даже не ожидала, что будет такой эффект и результат, потому что помимо того, что я узнала что-то новое для себя, встретила очень интересных людей, я сделала то, что я откладывала давным-давно. Я поговорила сама с собой. Впечатление отличное. Во-первых, я приобрел много единомышленников, да? Всех, все, кто присутствовали в семинаре, это первое. И доброжелательные люди. Реально смеялись, шутили. Но на самом деле очень позитивный семинар. Если бы не было интересно, не было бы позитива, 10 дней бы я без пропуска все 10 дней ходил. 10 дней так хорошо прожили, а теперь придется в жизнь возвращаться, обычную, будничную. Стало ли настроение лучше? Да, но и до этого было так, в общем-то, в норме. Но семинар придает. Придает сил, придает... я даже сказал бы, не придает, нет. Он заставляет задуматься, и, а когда начинаешь задумываться, решаются проблемы. Чем семинар хорош? Тем, что он нас пробуждает от дремоты, в которой каждый из нас находится, в общем-то, большую часть своей жизни. А вообще любишь учиться? Как сказал один грузин, любишь помидоры? Кушать да, вообще нет. Вот так же я бы ответил на про семинары. Учиться нет, а вот семинары да. Коллектив супер. Всего буквально 10 дней, да, казалось бы. А такое ощущение, что мы уже знаем там 100 лет дружку, и очень теплая атмосфера. Каждый человек, который не может договориться сам с собой по каким-то причинам, обязательно должен заглянуть сюда. Здесь ему помогут, и он сам себе поможет тоже. Я не только учу, я учусь, потому что то, чем мы занимаемся, это практические занятия, интерактивные. Я все время общаюсь с каждым участником и получаю обратную связь. И не только я учу участников, они меня также чему-то учат. Я поэтому не люблю, когда меня называют учитель. Моя задача, чтобы к концу семинара каждый себя почувствовал готовым к новой жизни, но почувствовал так же, как и я. Эти семинары мне дают очень большую энергию, так же, как и участникам. Поэтому я себя как бы не отделяю от участников. Я один из участников, который просто делится своими знаниями, умениями. Когда семинар заканчивается, я становлюсь с ними в один строй.